Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречи с трудовыми коллективами учреждений округа. Одинцовские теплосети, Одинцовское городское хозяйство, Перхушковской основной, общеобразовательной школы и других. Парламентарий отчитывается о своей депутатской деятельности в округе за прошедший год, знакомится с нововведениями в законодательстве. Важнейшей составляющей Дмитрий Аркадьевич назвал работу с избирателями округа, с их наказами, обращениями, жалобами и предложениями. Часть обращений стали основой проектов инициативного бюджетирования.